Какой алгоритм действий? Как нам стяжать благодать? Ну, во-первых, нам нужно выйти за пределы своего эгоизма и создавать нормальные живые приходы. Потому что откровение Божие вверено не отдельному человеку. Как бы ни был свят отдельный человек, например, Серафим Саровский или Симеон Столпник, то есть откровение Божие вверено не одному человеку, как бы он ни был свят, а общине и коллективу, то есть людям, собранным вместе. Поэтому нам нужно строить приходскую и общественную жизнь. А приходская и общественная жизнь заключается в некоторых основополагающих вещах. Это совместное богослужение, раз. Не будет совместных служб, не будет приходов. Это взаимопомощь, два. То есть нужно знать, кому какая помощь нужна и что мы можем сделать. То есть кому можем за газ заплатить, кому можем там окном ставить, кому можем коляску купить, там, кто родил там ребеночка, там, кому можем там что-то еще сделать. То есть нужна взаимопомощь уже. Один человек не сможет помочь всем, а все вместе будут помочь кому хочет. То есть литургия, взаимопомощь и молитвенная жизнь, плюс изучение Писания совместно, то есть духовная работа каждого члена церкви. То есть нам нужно создавать реальные приходы. Реальные приходы, так, чтобы мы могли подставить свое плечо под чужой крест.